в борьбе. Хотя у Грищука-то, вот Грищука, я сейчас, уж поверьте мне, не критикую, у него просто после первого игрового дня было мало очков, но сейчас он стартовал с победы черными над самим Ароняном. Так, все, проигрывает здесь, похоже, китайский шахматист. Так, а как проигрывает, кстати, король? Король g3, король e3. Так, ой, заслонили нам камеру, господа операторы. Разгоните народ, пожалуйста. Вот, наблюдайте. Вот. Товарищ, уйди, пожалуйста. Вот, молодец, молодец. Ага. Так, а может быть. Ну как играть? Король d5 надо было играть. А, может быть, он дальнюю позицию делает. Король e6, наверное. Ага. Это сверхдальняя позиция. Вот сейчас сверхдальняя. Так, король e6. Вот, дальняя позиция. Ну, молодец, Буксинджи, да? Смотрите, демонстрирует познание в пешечном эндшпиле. Король d4. Ну и что? Похоже, ничья. Ничья, конечно, да. Вот все законы о позиции здесь выполняются. Ой, молодец какой, да? Китайский шахматист. Вот видно, что грамотный. Грамотный. Оп! И перехватили. Ну, король f7 есть вот. Король f7. Ну, а так король e2. Погоди, король e2. Король d2. И дальше хода не будет. Король d2. И король c3. А, вот здесь, смотрите, снова все равно не удается. Да, на король d3, король d5. Ну, хорошо, вот дальняя позиция это еще не гарантия, как говорится, перехвата. Там должен быть какой-то обходной маневр по диагонали. Да, смотрите, скучает китайский товарищ. Да, говорит, ну что, сколько можно двигать? Ой, взяли, взяли. Ну, что, будем проверять? Нет, ну, не стали проверять, конечно.